В Самаре более 100 водоемов, и среди них гордость региона – красавица Волга. После зимы ее берега нуждаются в расчистке от мусора. Чтобы сохранить экологию одной из главных водных артерий России, депутаты городской думы не только ежегодно участвуют во всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов «Вода России», но и проводят субботник до наступления паводка, чтобы не допустить загрязнения воды. Есть у нас такое счастье, так сказать, жить непосредственно на берегу левобережья реки Волга. У нас родилась такая идея провести мероприятие по очистке береговой зоны в допаводковый период, до подъема большой воды. То есть как только практически сходит снег, как только налицо уже образуются все твердые бытовые отходы, которые нужно и можно в этот период утилизировать. Первый опыт очистки волжских берегов в допаводковый период был успешным, поэтому депутаты городского парламента обратились в представительные органы соседних городов, расположенных вдоль Волги, с просьбой поддержать эту идею и получили поддержку. Андрей Горгуленко, Мария Левина, Николай Епифанов. События.